До конца этой недели в алтайских типографиях напечатают почти 2 миллиона избирательных бюллетеней к выборам губернатора Алтайского края. Сегодня Крайсбирком представил журналистам первые экземпляры бланков. Бланки двух видов – для стандартного голосования с прозрачными урнами и для волеизъявления с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Отличие лишь в том, что последние имеют специальную ограничительную рамку, которую считывает КАИБ. Фамилии кандидатов в бюллетени расположены в алфавитном порядке, также указаны сведения о кандидатах и разъяснения о заполнении бланка. Бюллетень будет считаться действительным, если на нем стоит вот в левом верхнем углу подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать соответствующей участковой избирательной комиссии. Ирина Акимова также подчеркнула, что проголосовать можно будет только за одного из четырех кандидатов. Если избиратель укажет несколько, бюллетень сочтут недействительным. Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кстати, тем, кто будет голосовать впервые, а таких в этом году порядка 10 тысяч, подарят Конституцию РФ.